доброты. Бывают так жестоки дети. Зачем кому-то умирать, чтобы он нами был замечен? Так много разных почему оставил Бог на этом свете. Были вместе. Нам казалось, что так будет всю жизнь. Мы влюблялись и ненавидели. Мы дружили и ругались. Мы радовались и грустили. Мы спорили и соглашались. А сейчас так сразу и не вспомнишь, сколько лет прошло. Но каждый из нас может сказать: ребята, мы так давно не виделись, давайте встретимся! Растерянные девчонки поменяли фамилии. Героини школьной, но никем не забытой идиллии. Спустя какое-то количество лет мы ищем, только не находим ответ. И что за сила такая держит и не отпускает? Последний школьный рассвет. Спустя какое-то количество лет мы ищем, только не находим ответ. И что за сила такая держит и не отпускает? Последний школьный рассвет. А подумать, сколько раз проверены на практике знания. Жизнь дает уроки, но ни слова о домашнем задании. Чего не вернуть никак.
количество лет. Мы ищем, только не находим ответ. И что за сила такая держит и не отпускает? Последний школьный рассвет. Спустя какое-то количество лет. Мы ищем, только не находим ответ. И что за сила такая держит и не отпускает? Последний школьный рассвет. Знать и все вот так правильно. Нас немного меньше, чем на фото. Мы похожи и разные. Видимся все реже мы, но все же это мы одноклассники. Спустя какое-то количество лет мы ищем, только не находим ответ. И что за сила такая держит и не отпускает? Последний школьный рассвет. Спустя какое-то количество лет мы ищем, только не находим ответ. И что за сила такая держит и не отпускает? Последний школьный рассвет. Последний школьный рассвет. Последний школьный рассвет. Приготовьтесь к выполнению гимнастических упражнений. Шагом марш!